себе. Вы на канале Лёфани. И у нас вот такой пахотрак в коллекции, мальчишки и девчонки. Ставьте лайки, у кого есть такой в коллекции. Будьте с нами, как мы с вами. Не болейте. Всем крепкого здоровья, мальчишки и девчонки. Всем коллекционерам всего мира привет. Пишите комментарии, ставьте лайкосики. Куча принтов на нем. Вот такой он пустынный бахатрак. Но хромированное. Аж отражение есть. Трукс. Бахатрукс. Трукс. Ну, в общем, стоял на полке, заплелся у нас. Крутой дизайн, такие у него крылья сделаны. Это чтобы типа спойлера называется. И спереди тоже такие типа крыльев таких прикольных. Круто. Двигатель находится сзади у него. Сзади турбины такие вот мощные стоят у него. Он закрытый тут. Двухместное авто. Ну, у реального автомобиля у него должен еще каркас внутри защитный быть. По пустыне Сахаре гоняет, да. Классный пустынный такой пикап. Мощный. Мальчишки, девчонки. Ставьте лайки, будьте с нами, как мы с вами. Лайкосики с вас, мальчишки, девчонки. И куча плинтов. И куча комментариев с вас. Вот такие мосты у него. Где заклепочки. Катки. Мощные протекторы. Пятизвездочные, окрашенные в желтый цвет. Такой желтоватый, да. Желтый. Круто сделано, в общем. Извините, он не двухместный, он одноместный. Я что-то просмотрел. Заднее место закрыто, что-то еще стоит у второго, под второе, как говорится, сиденье водителя, напарника. Не знаю, закрыто там все. Итак, ставьте лайки, будьте с нами, как мы с вами, не болейте, смотрите с мамой, пап, увидимся в следующем видео. И вот здесь какая-то надпись непонятная, Гарри Фэкс. Лайкосики с вас, мальчишки и девчонки. Будьте с нами. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.